Достичь отхода от взаимных претензий стран-участниц – такова общая задача в ОБСЕ. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем. Украинский конфликт показал, что ОБСЕ находится в серьезном кризисе, и проблема заключается в отсутствии доверия между странами-членами организации. Отметил Владимир Макей, добавил, Беларусь полностью поддерживает приоритеты сербского председательства в ОБСЕ, которые нацелены на создание единого пространства стабильности и безопасности в Европе. Глава МИД нашей страны заверил Ивицу Дачича, что Беларусь будет и впредь поддерживать все усилия сербской стороны, направленные на достижение этой цели.